Давно собирался сделать подобное видео, и в итоге, наверное, сегодня его сделаем. Полный обзор билда. И самое главное, что сколько стоит. Это примерно финальная версия, то есть любой дальнейший апгрейд требует там 1,5-2 миррора. То есть я могу там миррорное кольцо вот это поменять. Миррор там еще что-то, 1,5-2 миррора на ген. Ну, это, считай, финальная итоговая версия. 2 месяца лет играл в ПОЯ. Достаточно много. Мы сделаем тотальный обзор всех шмоток, что сколько стоило, что как крафтить и так далее. Вот. Начнем, пожалуй, с первых 2 шмоток, что я приобрел. Это Нимес. Нимес стоит 200D. Первые 2 шмотки, которые купил, это был Nimbus и Headhunter. То есть это примерно самое такое. Но Nimbus просто удваивает DPS. То есть все прожектора возвращаются. Из-за того, что не надо использовать гем, у тебя еще плюс 30%, что можно использовать гем. В общем, это кольцо, оно, считай, практически бесценно. Если только нет энчанта на two hand. Единственное, что можно заменить. Наконец-то продал говно. Это хорошая вещь. А вот. Ну, тут билд, он достаточно дешевый относительно всех остальных. Но все равно он такой достаточно едкий по цене. Значит, не без 200 дивайнов. Был у меня Headhunter. Headhunter я поменял на Mage Blood. Mage Blood стоит 250 дивайнов. Mage Blood. Записываем. 250 дивайнов. В начале он стоил 300, но я его купил как бы через месяц, поэтому 250. Mage Blood дает, ну, статы и чуть-чуть резистов. Главное, он удваивает эффект всех фласок и делает их перманентными. Это достаточно удобно. Вот. Единственное, чтобы еще лучше мейджблад работал, надо ставить конверсию. Конверсия стоит где-то 3 миррора, 2 миррора, чтобы весь урон входил только в один стат, в огонь, допустим. Вот. Тогда можно эту фласку убрать, допустим, и у тебя будет все резисты 90%. Вот. Мейджблад дает еще макс резиста, то есть это тоже очень полезно. 450 дивайнов. Значит, дальше я крафтил шмотки. То есть я крафтил 3 основные шмотки, это шлем, доспех и перчи. Первый верс, который крафтил, у них не было вот этого Abyssal Socket. Да, у них был просто там хаос резист там, или что-то еще, какой-то резист. То есть я просто крафтил резисты. И такие шмотки недорого крафтятся, они стоят где-то 40-50 дивайнов. Но это не оптимальный вариант. То есть оптимальный вариант с Abyssal Socket. Abyssal Socket заменяет резист, там 48%, то есть было бы здесь 48% фай-резиста. Но резисты как бы у меня все равно оверкап. Вот. А Abyssal Socket дает примерно 10% DPS. То есть это очень-очень много. 10% DPS чистого. Да. К самим гемам потом перейдем, то есть как они крафтятся. То есть вот такой шлем, Exquisite Modifier Grand с Abyssal Socket, с Tier 1 House Resist. Он стоит примерно 100 дивайнов. Может 120. Но этот скрафтился достаточно быстро, потому что тут все-таки House Resist инта. Ну, в общем, он где-то стоил мне 100 дивайнов. У меня был предыдущий шлем, я его продал за 60. Он был без Abyssal Socket. Это бы, наверное, за 100 продался. Я даже продал Abyssal Socket, просто фрактура с 50 дивайнов. Так что такой где-то стоит 100. Шлем стоит 100 дивайн. Так, я не туда пишу, блядь.
А отдельный момент стоит обратить внимание, что вот если нажать Alt, тут можно увидеть армор, блядь. Ёбаный рот. Если нажать Alt, можно увидеть Armor Evasion. И тут как бы 409. То есть как эти шмотки добываются? Просто в лут-фильтре вбиваешь, что тебе нужен показывать Haunted Bassinet 86 уровня, и чтобы у него армор был минимум 409. Все. Бегаешь 10 мап, и у тебя таких шлемов, они падают. Если не бегать, можно просто салка опять же сортировать и по 5-10 хаосов брать, если они особо ничего не стоят. Но я лично сам собирал эти болванки и крафтил. У меня было, сейчас покажу, то есть полно этих болванок. 185, нужно 86. Вот, уровень тоже можно через рекомендатор поднять. Такой шлем, ну, достаточно весомое подспорье. Интеллект нужен нам, чтобы гемы всякие одевать. Без интеллекта мне нельзя даже будет одеть даггер. Значит, второе, что я скрафтил, это перч. С перчами я чуть не проебался. Я 12 раз их фрактурил, у меня не получалось как зафрактурить этот cold res и increase damage against shield. Тут, кстати, можно и fire res сделать. То есть, если сделать конверсию, то надо перчи перекрафчивать под конверсию. То есть тебе не нужен cold res, у тебя в cold res полная конверсия в fire, допустим. Вот, но в любом случае эти перчи, они дорогие, они дороже шлема. То есть тут прям сложно крафтить. То есть надо было сначала зафрактурить этот ебучий стат. У меня зафрактурилось 2 раза из 15. То есть где-то 100 дивайдов чисто на фрактуру потратил. Вот. И, короче, дальше ты с Делвом. То есть я заряжаю Power of Chaotic Resonator, Delve на Hollow Socket. И надо поймать Т1 Attack Speed. Тут я проебал дивайнов 20-30. Наверное, даже 30 это, да. 30 дивайнов. Чтобы скрафтить суффикс. То есть 50 дивайнов на базу, 30 дивайнов на суффикс. И потом надо поймать Т1 Max Life. И еще попасть в Вейл. Вейл Орб здесь, ну, в шлеме он бесполезен. Там нет таких полезных статов, особо с Вейл Орбы. То есть его нет смысла вообще кидать. А здесь можно поймать полезный стат. Это вот этот плюс 1 пирс. Projectors Pierce Additional Touch. То есть это полезный стат. Вот, если его поймать в Вейлорбой, то потом можно накрафтить сюда Increase Damage While Leeching. Это даст чистые 5% DPS, это достаточно ощутимо, но шанс поймать нужный стат, а мы здесь не можем закрыть, это как бы это не суффикс, это префикс. То есть мы не можем сделать так, чтобы мультикрафт мод не можем сделать, чтобы он не ебенил, короче, в крафт мод. И тут, короче, шанс один из трех, либо он заебенит крафт мод, либо он заебенит Т1 Max Life, либо он заменит рандомный, то есть еще какой-нибудь мод, который, суффикс, который, префикс, который докрафтит твоих залпом. Вот, то есть шанс один к трем, что вейлоп вообще сработает. А дальше, и не заруинишь шмотку, а дальше шанс один к шести или к девяти, что выпадет этот Projectile Pierce Additional Touch. То есть, может быть, я их перекрафчу, может быть, нет, я пока не уверен. Вот, но если покидать вейлорб, они стоят по 10 дивайнов каждая. То есть здесь я, по-моему, 2 кидал, не попал. Вот, то есть, ну, это 5% можно добавить ДПС. Так, в принципе, это оптимальные перчи. Они стоят где-то 150 дивайнов. Тоже база перфектная, 20% quality. Где-то 150 дивайнов за перчи. Вот. Идем дальше. У нас есть доспех. Доспех тоже. То есть это Conquest Laminar. Идеальные роллы на арморный Invasion, quality 20%. Можно, конечно, заморочиться и искать quality выше 20, но это прям очень дорого. То есть там, по-моему, только одна база с quality стоит там сотку дивайнов, и потом ты ее зафрактуришь, она как бы похерится. Вот, то есть это fraction на additional fist damage reduction и еще крафт на блок атак damage. То есть это такие статы, они, казалось бы, ну, ничего сильно не дают, но они на самом деле, то есть эта тушка дает мне прям 4470. То есть она дает мне прям 600 хп. Это очень много здоровья. То есть это тир-1 Max Life, самое главное. И, кстати, вот это я поймал, да, это тут Veil Orb, он реально полезен. То есть тут можно на Veil'е поймать либо блок, либо максимум лайф. Оба хороши, потому что ты ловишь либо один, либо другой, а дальше просто докрафчиваешь другой. Вот, ну, эта тушка прям хорошая, да. То есть она стоит больше 100 дивайнов. Сейчас расскажу, значит. Essential Move Horror Crafting Reduced Extra Damage from Critical Strikes. То есть у нас 8-7 стеков Frenzy Charge, то есть 70% Reduce, это почти полная
обнуление, то есть если еще миррорный поймаю еще здесь на плюс один Frenzy Charge, то будет вообще 80. Можно... А, у меня еще есть с этого, с Little Pride. С Little Pride. Вот, есть еще 10 Reduce, короче, в итоге криты нам вообще не страшны. То есть моды с критами на 600%, они нам ничего особо не делают. Вот. Это более дорогой крафт, то есть здесь мы не фрактурим Suppress, а фрактурим Physical Damage Reduction. В итоге у нас, опять же, меньше резистов, но резист у нас оверкап в любом случае. И, короче, да, поймать Т1 Suppress, я, по-моему, поймал сотый там, или 200-й эссенции. То есть это было дороговато, но не смертельно. То есть Вейлороп эссенция, дорогая база, дорогой фрактур. Ну, где-то он стоит 100 дивайнов минимум. Но плюс, короче, я здесь наролил плюс 2% All Maximum Resistances Exquisite, то есть это максимальный ролл. Он дает 2% не только элементальным резистам, но еще даже и хаос резистам, то есть достаточно полезная штука. Melee Hits have chance to fortify, это на 30%, на 20% увеличивает наш как бы, общий ЕХП, то есть это, в принципе, очень сильный старт тоже. Вот у нас его больше негде взять, поэтому здесь он берется. То есть такая тушка стоит где-то тоже 150 дивайнов. 150 тело ученика. Вот, значит, это кольцо тейминг, оно ничего не стоит. В начале игры я купил его за 2 дивайна, там сделал вот этот quality и все. Вот, то есть это перфектное почти кольцо. Сейчас оно вообще, по-моему, стоит там 20 хаосов, короче. Кольцо тейминг я напишу просто 0. Ну, оно ничего не стоит. Сейчас оно бесплатно. Это кольцо на самом деле, почему я до сих пор не поменял, потому что оно просто имбовое. Оно дает тебе 38%. Все резисты, это дохерища. Chance Freeze to Shock Ignite лишний, по-моему, не будет. Вот, но вот это вот стат на 48% Miss Elemental Damage, Pure Elemental Aim, то есть это дохера урона. Это просто дохера урона. И сильнее его только миррорные кольца. То есть только кольца там на плюс один Frenzy Charge, там с идеальными тир-1 роллами, только оно может быть сильнее. То есть это как бы в принципе... То есть для уника это прям слишком сильно. Это как вот Hit Shiver был, который 100% урон давал. То есть это кольцо дает где-то 30% урона. То есть это просто дохерище. Вот. Амулет. То есть амулет я менял почти чуть ли не последняя шмотка, что я поменял. Я долгое время бегал с Йоком. Йок стоил вначале 15 дивайнов, потом цена упала там до 2. В итоге я за 2 дивайна купил какой-то Йок, кинул в него дивайн и, короче, поймал идеальный ролл и продал за 65. Там что-то такое за 45. Вот. А вместо Йока скрафтил Утмос. Утмос стоит... Вот такой Утмос стоит где-то 250 дивайнов. То есть можно посмотреть цену. Что-то прям совсем дорого, да. Давай так Suppress уберем. Ну, короче, да, то есть тут написано 1000 дивайнов, ну, реально, он стоит где-то, я думаю, 250 дивайнов, то есть. Оно это на корабле, кстати, делать тоже не дешево, он, по-моему, стоит 3 дивайна, что-то такое. Вот, такой вот мост стоит 250 дивайнов. Утмост вы вряд ли можете купить, то есть если нет прям миррора, чтобы купить перфектный утмост, его надо просто крафтить. То есть одна попытка на крафт стоит где-то 20 дивайнов. Надо поймать макс реза плюс 5% и поймать damage penetration плюс хотя бы 15, то есть это, я думаю, минимально. Атак спид тоже где-то там плюс 30. То есть вот это минимальные статы, которые надо смотреть. Вот у меня макс резиста еще плюс 20%, плюс 1. То есть это очень-очень ощутимый прям амулет. Он как бы по урону, если хороший ролл на атак спид элементал пенетрейшн, он не слабее Йока, но плюс к Йоку он дает еще и супресс и максимум резиста. То есть это прям такой топчик в эндгейме. Он стоит 250 дивайнов. Ну, я напишу 250, на самом деле, может, там цена выросла. Тело крафт. Перчи крафт. Шлем крафт. Так, продолжаем. Значит, что осталось? Даггер. Вот, даггер это пиздец. Это злоебучий даггер, я от него вообще... У меня долгое время был коготь, я бегал еще неделю назад с когтем. Коготь крафтится легко, то есть там я скрафтил коготь за 30 дивайнов, потом оказалось, что можно рекомбинатором сделать вообще за 5 дивайнов. И потом продать за... Короче,
Коготь крафтится легко, там всего нужно 2Т1 стата на урон, стат на атак спид, потом мультикрафт мод, и типа хитскан BOA, это и шанс, все. То есть, и этот коготь, в принципе, дает достаточно много урона. Но вот это чудо, я охуел, когда крафтил, то есть это прям крафт на час, на полтора, на два. Вот, но мне фартануло, я это скрафтил со второй попытки, считай. То есть один раз я проебался, и перекрасил второй попытки, и я купил, по-моему, вот этих ларбов я купил 5 штук. Или 6. Вот, то есть 6 штук купил. И, в общем, я суммарно скрафтил этот даггер за, ну, 80-100 дивайнов. То есть, не считая энчанта, стоит такой где-то 300. То есть, ну, опять же, это бывает везет, бывает не везет, так нельзя цену считать, что, типа, тебе повезло, значит, он стоит, там, столько, сколько тебе повезло. То есть, я видел люди, да, вот, 200 дивайнов стоит без энчанта. Что-нибудь убрать. С энчантом стоит 3, ну, 300 дивайнов стоит такой даггер. Он сейчас подешевел, раньше его мирорили. То есть, люди не знали, как это скрафтить, а они просто его тупо мирорили. То есть он реально стоил мирор, и сейчас он стоит всего 300 вайн. Даггер охуительный на самом деле. То есть, во-первых, вот этот энчант позволяет спамить в ЛС. Это на маппинге очень комфортно, удобно, потому что ты просто как турельку ставишь, а пока уходишь, тебе вообще не надо париться. А в целом поднимает урон где-то на 40-50% относительно когтя. То есть. Вот. Значит, в ЛС 11 линд даггер. Даггер стоит 300 дивайн. Может быть даже 400, то есть, ну, я посчитаю 300. Сейчас просто цена падает, потому что много людей начали крафтить. И поняли, как его крафтить. Значит, вот эти две шмотки недорогие. То есть, Рулаке стоит 2 дивайна. А с Карапта он стоит где-то 15-20 таким. Вот, то есть, тут можно заморочиться, поймать 2 Карапта на Max Light на Suppress, но это прям, надо раз 200 в храм сходить. То есть, как бы смысла особо нет. Вот. Короче, такие стоят где-то дивайнов 12-15. Ну, 15, да, то есть. Сапоги. Ралакеш. Сапоги дабл карат. У меня, кстати, не дабл карат, у меня, считай, одинарный карат, потому что один полезный стат. Вот. Ну, 12 дивайнов они стоят. Сапоги такие нужны, к сожалению. Ну, во-первых, на обычных сапогах мало статов полезных, по факту. Там no speed есть. Можно какие-то резисты добрать, но по факту на обычных сапогах там не то чтобы дохуя полезных статов. Вот. А когда у тебя 7, там 8 чаржей максимально, Frenzy, там Endurance, Power Charge есть, ты как бы у тебя аптайм, когда у тебя максимальный чарджер, будет не таким высоким. То есть эти сапоги дают стабильный 100% аптайм на все чаржи. Они могут не потеряться там. И это очень хорошо на боссах, потому что на боссах там многие чарджи вообще не набиваются в принципе. Что происходит, почему вторая? А, я даггер снял что-то, короче, ладно. Вот так вот тоже. Вот. Ну, такой стоит 12, короче, дальше идем к щит. Я поймал карап, тоже я бегал раз 10, то есть я потратил, может, там 20-30 дивайн. Там сложно считать, опять же, потому что ты тратишь как бы и на карап, но ты можешь что-то с крама получать, там можешь там выбить какую-то шмотку еще, там продать что-то. Вот. Ну, тут тоже шанс на блок, еще есть какой-нибудь полезный стат на плюс 1 урон, плюс 1 уровень гема. Это даст там плюс там 0,5% ТПС, то есть, в принципе, это незначительно, но в целом их стоит караптить, да. Вот такой щит стоит 4 дивайна, с таким караптом он стоит, кстати, дохуя, 55 дивайнов он стоит. Ну, это, по-моему, самый полезный карапт почти. Короче, щит, дабл карапт. Пусть будет 40 дивайнов, потому что я, кстати, к нему проебал дофига. Это, по-моему, 10 или 12 щит, что я крафтил. А, вот. Значит, мы это посмотрели, основные шмотки. Можно посмотреть фласки. Фласки. Про Genesis я купил за 40. Сейчас он стоит 30. Но я напишу 40, короче. Потому что я его еще подроллил. Это хорошая фласка. Она дает в целом 20% живучести. Фласки. 40 дивайнов. Вот я купил ее достаточно рано вместе с Nimbus'ом и с Headhunter. Дальше у нас есть 4 фласки, полуперфектные, то есть где-то перфектные роллы.
целом они все стоят по 5 дивайнов. То есть можно просто написать 4 фласки по 5. Это будет 20 дивайнов. То есть их можно купить. Я их как бы сам накрафтил. То есть где-то получилось больше, чем 5 дивайнов. Но чаще всего меньше. То есть можно накрафтить с анулями, с экзалтами там за 500, 600, там, 300 траев. То есть это все легко крафтится. Вот, то есть это все, что касается шмота. Теперь, что касается гемов. То есть цены гемов тут несколько. Вал Lightning Strike, он стоит у нас... Сюда достану. Он стоит 18 дивайнов. Так я его, в принципе, купил. То есть я пытался 20 раз его скрафтить. Мне что-то ни разу не фартануло. Вот. У меня либо вал 20 уровня с quality ролится, либо вал там еще с чем-то. Ну, короче, такой не скрафтился. То есть он ролится через храм. Нам нужно, чтобы и плюс уровень был, и вал. Валка сделалась. Вот. С 20 попыток не помню. Короче, 18 дивайнов он стоит. Гем, вал, Lightning Strike. Стоит 18 дивайнов. 18 дивайнов. Вот, значит, идем дальше. У нас есть... А, вот этот гем я купил за 220, и он что-то только дорожает и дорожает. 220, 230, ну, 220 запишем. Это самый дорогой гем вообще. Ну, он дает реально 10-11% больше ДПСа чистого, чем обычный мультистрайк. То есть он своих денег в целом, ну, стоит. То есть 200 дивайнов за 11% ДПС. Он очень редко падает с Maven, походу, очень редко. То есть я видел, кому-то фартанул 3 раза подряд упал, но по факту я раз 50 бегал, мне ни разу ничего не падало. Дороже, блин, одного дивайна. Ну, этот гем дает нам дофига колд урона. Он, по-моему, ничего не стоит. Может, один дивайн я его купил. Гема по 1 дивайн досчитать не буду, но, в общем, так. Enlightened Support я, по-моему, скрафтил. Тоже его лучше крафтить в храме. То есть я вначале валки кидал. Валки кидать бред, потому что у тебя только один шанс поднять уровень. Quality тут там нафиг не нужно. Поэтому этот гем надо крафтить в храме. Он стоит 20 дивайнов. Enlightened Level 4. Да, еще, кстати, вот с этим мультистрайком его можно крафтить, но нет никакого смысла. То есть... 6 уровня он дает все те же самые статы, что и на 5 уровне. То есть вообще нет никакого смысла крафтить. По-моему, то есть, ну, странно, конечно, но нет смысла крафтить. Enlightened стоит 20 дивайнов. Вот эти гемы 21 уровня, по-моему, ничего не стоят. Да, 20 хаосов. То, что ниже дивайна, я считать не буду. Это я все, в принципе, сам крафтил. Иногда покупалось, там 5 раз не получается скрафтить. Вот это стоит 3 дивайна. Этот стоит 2 дивайна. Это вообще нам нафиг не нужен. Ну, то есть он, как бы, уровень тут что-то дает немного, но quality нам ничего не дает. То есть у нас power charge все на максимум. Два дивайна. Два дивайна. Ну, то есть они такие достаточно дешевые, просто можно купить. 3 дивайна. То есть 3-2-2. Там еще где-то. Ну, короче, суммарно 10 дивайнов на все гемы. 21 уровень гемы. Суммарно пусть будет 10 дивайнов. То есть. Это копейки остальные. Да, так ничего не стоит. А мы посмотрели, значит, все шмотки, все фласки, все гемы. Теперь есть еще одна вещь, которая стоит бабла. Это, ну, джувела камня. Вот, начнем с простого. Вот этот джувел на плюс одну фан в блейдс, плюс одну атаку с даггера или с когтя, плюс один проектайл, фид оф фьюри, матч оф роллс. Такой кластер стоит 20 дивайнов, я его как бы крафтил 3 штуки, там 2 продал, за 20, за 30 дивайнов продается легко. То есть он реально дорогой, его сложно скрафтить. Там 1000 альтов уходят, то есть надо несколько часов сидеть просто хуярить альты, можно проролить мимо. Потом анулить, экзалтить. Надеюсь, что совпадут эти Feed of Fury, Final Blades. Это хороший кластер. Дает достаточно много урона. Мало места занимает. Вот. И, в общем, он стоит 20 дивайнов. Кластер Final Blades. Второе, что я крафтил. Может, я буду, кстати, менять.
Такой тоже стоит где-то 20 дивайнов, то есть это 35% increase effect, max life, elemental resist и health. То есть этим гемом вообще просто добиваются все резисты, все вот эти вот max life тоже хорошо качается. И 35% оно умножает вообще все статы. И когда вот сейчас, я вот думаю, у меня много как бы здесь какие-то свободно высвободились какие-то таланты, их можно было бы в хорошие 12-слотовые кластеры зафигачить. Вот, такой кластер тоже прям стоит 20 дивайнов. Кластер на защиту. Кластер на резисты и защиту. И хп. То есть, хорошо сроленный кластер стоит денег. Если кому-то нравится сидеть по несколько часов и ебашить в там... Thread of Hope. О, можно посмотреть, отлично. Thread of Hope с Corruptом на Corrupted Blood стоит 100 дивайнов. То есть, без... Он стоит 5, с он стоит сотку. Вот, это достаточно хороший корабт. Ну, второй старт мне почти ничего не дает, но корабт Blood просто это, ну, хороший, да. 100 дивайнов. И этот Thread of Hope, он чем полезен, он как бы позволяет сюда не идти, просто взять вот этот нот и вот этот нот. И они все достаточно вкусные, потому что у нас дофига стаков. Charge и Frenzy, они постоянно работают, тут 8% урона за каждый стак. Это, по-моему, в чистом уроне 6,5% ДПС. Это достаточно жирно. Тут не так много, 3-4. А прикол в пое, что у них атак спид, он не скелится, как там, не знаю, в Last Epoch'е геометрической прогрессии. То есть здесь атак спид, когда ты много набираешь, там после, по-моему, 10 атак в секунду, вот, у меня 10,7 атак в секунду, он перестает так сильно значить. То есть сейчас для меня атак спид дает меньше, чем он давал в начале. А вот. А вот это очень хороший нот, он дает просто 10% блока. Этот нот просто для того, чтобы снизить мана-кост. Его можно взять только после того, как переходите на 11 линк, потому что начинает атака очень сильно жрать ману. Вот. Значит, этот гем посмотрели. Что еще остается? А, Little Pride. Вот. Дефолтный Little Pride. Самое главное, чтобы было комфортно играть, нужно брать 2 Rage on Hit. То есть Rage on Hit. 2 Rage on Hit дает достаточно хороший прирост рейджа, и он будет на мапах часто, ну, максимальный. Rage дает 30% чистого ДПСа, и это прям много, очень много. А, вот, кстати, да, вот этот нот дает дофига. А, вот этот нот дает дофига, 20%. А, вот. Да, 2 Rage on Hit, тут еще есть Double Damage. И это не идеально, это не перфектно. То есть перфектный тут гем стоит 2 миррора. То есть примерно так, 1,5-2 миррора. Вот, то есть если я хочу апгрейднуть, мне нужно найти 2 миррора. То есть это может не случиться. Вот, но это достаточно хороший Little Pride, такой стоит где-то 10 дивайнов. То есть 10-12, то есть я, по-моему, вообще за 6 купил. То есть это как повезет. Вот, Little Pride, 10 дивайнов напишу. Я вообще их выбивал, у меня, если что. То есть я вначале купил себе Little Pride, потом я пошел бегать эти все вот легионы. На легионах я много фармил. Вот эти все. Я продал их, наверное, штук 100. Ну вот, по 1, 2, 3 дивайна. Я. Потому что очень сложно оценить цену. То есть, если там есть несколько дабл демеджей, то да, он что-то стоит. А вот цены вот этих зеленых, там, желтых, красных, вообще не должен понять, какая у них цена. Вот вручную каждую чекать — это бред. Короче, такая фигня. Если вам спамят после того, как вы ставите там за 3 дивайна, значит, она стоит дороже. То есть вот так можно понять. Если не пишут, значит, она стоит дешевле. Вот Little Pride дешевый достаточно. Значит, дальше идем. Можно посмотреть татушки. Татушки у меня на Suppress. Вот, то есть Dexa, она намного еще не дает. То есть нужно статы иметь. Я пока достал гем. Нужно статы иметь чисто на то, чтобы одевать шмотки и гема. То есть вот у меня требования 173, 173, 100. Вот. То есть я закрываю все свои потребности по статам. И когда есть лишние статы, их выгоднее вложить в хорошую тату.
Вот такие тату они стоят. Сейчас посмотрим. То есть они стоят по 5 дивайнов. То есть я там по 4 какие-то брал, какие-то даже по 3 брал, какие-то вообще сам фармил. Но суммарно они стоят по 5 дивайнов. Сейчас и цена вряд ли будет падать. То есть их тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, то есть тату на сопресс. То есть другие тату ничего особо не стоят. Тату 60 дивайнов. Есть еще вот этот тату, тоже неплохой, но силы совсем мало, поэтому как бы особо я ими не бросаюсь. Я здесь, у меня были другие тату, я их удалил. Потому что гемор. Потому что когда мало статов, вообще можно вот эти ноты брать. То есть, если прям совсем мало, шмот не одевается. Так, теперь переходим к самому интересному, это камни. То есть камни мы берем такие на флоту. У меня два камня еще имеют атрибуты, то есть чуть-чуть допиливаю интеллект и силу. Вот. Значит, такие камни стоят дохерища. Это пиздец. То есть я вообще думал, что я их скрафчу там за 20-30 дивайнов каждый. И мне нужно суммарно 6 камней. У меня 2 в шмоте и 4 в дереве. Вот, я просто покажу одну вкладку свою. Она не полная, то есть там что-то продал, что-то там за 5 дивайнов какой-то камень продал. Что-то там просто куда-то перенеслось, вот, типа такого, можно сказать. И опять, где она, блядь? Куда делась? Куда она делась? Чё за прикол? Складка, короче, решила убежать. Вроде у меня папок никаких нет. А, вот, вот она. Просто название стерлось. Короче, тут 12, 24, нет, 30, 30 с чем-то. Это все фрактура. То есть, вот, блядь, было даже какой-то камень с 2-1 уронами и просто зафрактурилось говно. То есть, и фрактуры просто у меня, может, кому-то повезет больше. У меня, блядь, падало, по-моему, одна из 8 попадалась. Я скрафтовал 6 в итоге, да, но проебал больше 30. То есть, и тут просто тут Mage Blood, блядь, дивайнов. Тут у меня 250 дивайнов шло только на это. Этот, блядь, даже, это чисто фрактура, да, то есть, вот. Значит, вот такой камушек. Сейчас я зайду лучше в дерево. А вот, пример камня. Вот пример камня. Вот. Вот такой камень стоит, ну, сотку дивайнов. То есть его можно продать за сотку. Минимально скрафтить его стоит 60. Дальше как повезет. То есть, чтобы сролить вот 3-1 стата, это прям очень дорого. То есть, тут 1-2. Такой, ну, может сотку стоить. Но я могу посчитать, то есть я крафтил прям дофига. И все вместе, ну, может, 300, там, 350 дивайнов. То есть можно их там 65 за штуку посчитать. 6 Abyssal сокетов. Abyssal камней. Допустим, по... Допустим, 420 дивайнов. То есть по 70. Это, ну... Примерно они столько стоят. То есть, если вы их дешевле, 70 не купите. То есть, если покупать на ауке, они будут стоить там... Я даже в продаже не видел, то есть, можно посмотреть. Но, по-моему, такие даже не продаются. То есть... Ну, нету вообще. То есть, топовые два стата это лайтинг урон, он больше всего дает флоты. Второй это фаер. То есть ты должен быть либо лайтинг, либо фаер. Колд он дает значительно меньше урона. Ну, то есть колд урон неплохой, но как бы желательно брать вот фрактуру либо фаер, либо лайтинг. Я потратил где-то 20 тысяч альтов на этот ебучий крафт, это пиздец. То есть просто сидел полдня, хуярил эти альты, арбы. Это прям очень жестко. Вот, а потом потратил еще 200 дивайнов на фрактуру.
Вот. Но оно того стоит. То есть каждый такой камень дает 10% ДПС, а суммарно и до 60%. То есть это прям очень много. То есть они по факту мой урон, ну, почти удвоили. А, вот, то есть. Ну и что еще осталось? То есть суммарно получается 2400 диванов. То есть столько стоит этот билд. Ну вот. Но плюсы есть, да. То есть этот билд может вообще любое фармить, любой контент. Все легко. То есть убер умирает достаточно быстро, за пару секунд. То есть умереть сложно. В любых мапах, в любом контенте, то есть, и в целом мне достаточно, ну, в целом мне понравилось, как бы, играть на этом билде. То есть, по сравнению с моим предыдущим, где там, как бы, просто постоянно умирал, невозможно вообще даже ничего делать. Вот. А еще кое-что хотел добавить к виду записи. В общем, тут можно еще апгрейднуть имплиситы. То есть вот этот Implicit Non-Vowel Strike Skills, он очень имбовый, то есть он дает тебе 2 дополнительные атаки. То есть это не то, что у тебя атака, ну, дублируется как-то. То есть это просто реально еще 2 атаки. То есть они как бы утраивают урон, если ты бьешь мобов. Да, то есть они могут как бы на разных мобов хуярить. То есть у тебя как бы милишная атака, вот сверху идет милишная атака. То есть то, что падает сверху, то, что летит по кругу, это как бы проектайлы. То есть как бы разные элементы. То есть милишная атака и проектайл, они могут как бы на одного моба бить, то есть как бы несколько раз. То есть ты бьешь и милишным, и проектайл. Вот, это позволяет тебе делать 3 атаки милишных. То есть одна такая, и она будет еще на 2 мобов бить. А с каждой милишной атаки там летит там сколько-то там уже, ну, 6 там проектайлов. То есть это делать тебе не 6, а 18 проектайлов, это разные атаки, то есть они просто как бы шотганят монстров, мобов. Это реально очень сильная вещь там на маппинг и прочую фигню. А, вот. И Projectile Spears тоже. Это как бы сильный старт. Единственный вариант сделать лучше, да, то есть можно наролить Exceptional вот этим, вот этой фигней. Exceptional Eldritch Eater. Он стоит чуть ли не Divine. Вот. То есть если покупать их балком, то он будет стоить, короче, Divine. Да, и нужно эти штуки купить, ну, 300, 200, там, ну, 100 минимум. То есть, 100 минимум и наролить Exceptional Pierce. То есть, не Grant, а Exceptional Pierce. То есть, он, по-моему, очень редкий, там надо 100, может быть, 200, как повезет. То есть, 200 дивайнов потратить чисто на имплисит и потом кинуть Orb of Conflict, и тогда, вероятнее всего, понизит перфект, но все равно будет 2 таджи, то есть, как перфект светит, там одинаковый. Вот, и тогда повысит Projectile, вот, будет 2 пирса. То есть, и это, как бы, реально тоже сильная вещь. Я говорю, это как бы дополнительные 100 дивайнов, и я не уверен, что это как бы перфектные перчи. То есть это имеет смысл делать, только если перчи вот прям перфект-перфект, лучше уже никогда не скрафтишь. Там не надо будет резисты менять и так далее. А, вот. Ну да, ну и суммарный бит получается, короче, 2400 дивайнов. Я на самом деле удивлен, я думал меньше. То есть он достаточно бюджетный по факту-то.